Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на первом международном музыкальном конкурсе «Камерные оркестры мира», творческим вдохновителем и артистическим директором которого является народный артист СССР Юрий Башмет. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области. В рамках фестиваля свое творчество представляют лучшие камерные оркестры из разных стран. Камерный ансамбль «Солисты Москвы», оркестр «Тронхеймские солисты» из Норвегии, венгерский камерный оркестр имени Ферн-солиста и Омский камерный оркестр. Среди солистов признанные мастера исполнительского искусства Юрий Башмет, Алена Баева, Рагнхильд и Эльбьорг Хемсинг. Дорогие друзья, мы еще раз напоминаем вам о необходимости выключить на время концерта все мобильные средства связи. Спасибо. Итак, сегодня фестивальную программу продолжает Омский камерный оркестр. Дирижер Рустам Дильмухаметов, солист, народный артист СССР Юрий Башмет. Концерт для струнных и чембала ре-мажор в трех частях. В Омске исполняется впервые. Дирижер Рустам Дильмухаметов. Thank you.
«Телеман», концерт для альта с оркестром «Соль-мажор» в четырех частях. Солист Юрий Башмет.
Первое отделение концерта «Антракт». Начинаем второе отделение концерта. «Муром». Симфония для струнных в двух частях. К 400-летию Тобольска. Thank you.
Хейфиц. Увертюра «Сибирский мотив».